Приветствую вас, Алина. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вы описываете ситуации, при которых из вашей жизни от вас уходят люди. По разным обстоятельствам, но уходят. И вы потом по этим людям достаточно сильно переживаете. Вы знаете, честно сказать, у меня возникло чувство, что вы очень требовательны к людям. Причем требовательны вы не внешне, то есть вы не высказываете своих требований человеку, а вы скорее даете ему понять, что вы что-то требуете от него. И на мой взгляд, именно это является одним из ключевых моментов. Следующий момент, это, мне кажется, некоторая неискренность, неконгруентность поведения. То есть, что это значит? Это значит, что я не проявляю себя с тобой так, как чувствую. Вот что это значит. Если вы не ведете себя с людьми искренне, если вы не ведете себя с людьми аутентично, если вы не позволяете себе быть, скажем так, быть собой, да, давайте вот такой выберем. Термин, то люди могут уходить, потому что они могут вполне себе ждать от вас одного поведения, получать от вас немножко другое поведение. И соответственно, могут не знать, что делать им с этим дальше. То есть, просто не ожидать от вас какого-то поведения. По сути. Поэтому это то, что я могу вам сказать. Обращу ваше внимание, наверное, еще на то, что вы нуждаетесь в людях, что вы чувствуете свою потребность в них. И, на мой взгляд, это тоже влияет в какой-то степени на ваше поведение, да? Это влияет в какой-то степени на то, как вы
вы себя ведете, это влияет на то, как вы себя позиционируете и так далее. На мой взгляд, это, конечно, влияет вне всякого сомнения. Вот, в принципе, все. Примечательно, что у вас, несмотря на психотерапию, сохраняются такие моменты, как обида, такие вот рэкетные чувства имеют место быть. У вас, мне кажется, что здесь тоже нужно преследоваться в какой-то степени вашу возможную проблематику. Вот. Для того, чтобы выяснить что у вас может быть за проблема. Ну, какая у вас может быть проблематика скрываться, да, вот таким поведением, то внешне вроде бы вы к людям тянете, а внутренне вот получается, что внутренне получается, что вы людей отталкиваете. Вот. То есть это, ну, такой достаточно важный момент, как мне кажется, здесь. Вот, понимаете, да, что я имею в виду? Вот, по факту, наверное, так можно вам ответить. Да, безусловно, у вас, безусловно, вы... Безусловно, в чем-то вы поменялись вне всякого. Вне всякого сомнения. Вот. Вопрос заключается в том, что, вероятно, некоторые изменения некоторые изменения в себе, вот, вы не заметили. Вот. То есть это нужно поисследовать, постараться понять. Вот. Собственно, вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, будьте более честны с собой. Надеюсь, ваша ситуация разрешится.